Всем привет! Сегодня я буду пересаживать Алису, и этой бы пересадки можно было избежать, если бы я изначально посадила Алису не вот в такие стаканчики 100-граммовые, а в емкости побольше. В таких стаканчиках ему сейчас очень мало места, он разрастается очень хорошо, растут новые листочки, хорошие стебельки, но мало грунта и после полива ему мало влаги. Поливаю я свои растения все вместе в один и тот же день. И если эти растения все у меня еще влажные, грунт влажный, я их поливала позавчера, грунт влажный, то у Алисума он полностью сухой. Алисум очень много пьет воды. Я поняла, что ему нужны емкости побольше. В них он будет лучше развиваться. Вот даже у этого Алисума вот уже начинает развиваться цветочек внутри. В общем, сегодня я займусь пересадкой и буду пересаживать его вот в такие стаканчики побольше. И вторая причина, из-за чего я хочу пересадить Алису, у него уже очень хорошо развились корни, как бы вам показать, чтобы видно было. Смотрите, какие корешки уже. Они обплели полностью стаканчик и уже достали до дна. Поэтому ему очень мало здесь места. Корешкам не хватает питания. Комочек земли в 100-граммовой рюмочке сдерживает их рост. Поэтому сегодня пересаживать также по этой причине. Грунт у меня свой, садовая земля плюс песок. Сейчас нет возможности купить покупной грунт. У нас очень жесткий в городе карантин. Я не могу купить ни покупную землю, ни фунгициды для земли. Поэтому делаю грунт из того, что есть. Есть своя садовая земля, есть песок. Размешала для рыхлости. Что будет, то и будет. Аккуратненько вынимаем. Вот смотрите, земля полностью сухая. Позавчера я его проливала, и грунт полностью сухой. Корешки очень большие. Сейчас одену другие перчатки, потому что в этих перчатках мне неудобно. Набираю грунт, аккуратненько вытягиваю. Не получается даже вытянуть комочком. Позавчера пролила, и он полностью сухой, этот грунт. Им не хватает влаги. Я поняла, что Алисум очень хорошо любит попить водичку. Но сейчас им будет немножко просторнее корешочком. И они будут лучше развиваться. Обязательно, чтобы были дренажные отверстия. Как его пересаживать, если полностью сухая земля? Может, надо было еще пролить? Все распадается. Если те все растения, которые позавчера пролила, все влажные, то Алисум полностью сухой. Заглубляю почти до листиков. Потому что он уже как бы растет, смотрите, он растет вверх.
и ему не хватает питания и влаги, очень мало влаги. Поэтому буду заглублять до листиков. Вот смотрите, какие корни уже. Какая корневая система. Вот этот хорошо взялся, не распался. Поэтому я его буду сажать сразу же таким комочком. И просто по бокам подсыпать грунт. Если бы я сразу при первой пикировке посадила их в емкости побольше, второй пересадки можно было избежать. Это бы растение продержалось в емкостях побольше до высадки в грунт. А так приходится пересаживать, потому что растениям некомфортно в таких. Ой, здесь у меня 4. Буду пересаживать каждый по отдельности. Конечно, многое корней при такой пересадке нарушу, выхода другого нет. Я думаю, что все будет нормально и растение приживется очень хорошо. Высаживать алисум в грунт, когда минет угроза возвратных заморозков. Когда температура воздуха будет 15 и больше градусов. Пересадила, и сейчас я их пролью слабым раствором марганцовочки. Я вот развела слабый раствор. В идеале нужно было, конечно, землю, грунт обработать каким-нибудь фунгицидом, чтобы удалить из грунта все грибковые всякие микроорганизмы, которые мешает нормальному росту растений. Но так как я уже говорила вам, у нас очень жесткий карантин, все закрыто, работают только продуктовые магазины. Купить сейчас препараты, грунт, ну все, что касается растений, очень сложно. Поэтому пользуюсь тем, что есть. Грунт свой, есть марганцовочка для обеззараживания. И проливаю растения слабым раствором марганцовочки. Как только грунт подсохнет под растениями, я сразу же пролью, скорее всего, гуматом, чтобы подкормить растения и запустить рост корней и вегетативной массы. Корни у этого растения при пересадке хоть и большие, но корневая шейка очень-очень слабая. И поэтому тоненькая, слабенькая, поэтому все-таки нужно растение хорошо подкормить, чтобы оно начало нормально развиваться. Буду периодически вам показывать, как растет и развивается алисум после пересадки, насколько он хорошо прижился. В общем, я сделала вывод, что при первой пересадке алисума его лучше сразу же, чтобы потом не травмировать второй раз, третий раз пересадку делать. Лучше сразу же пересадить в стаканчики или формочки побольше. Он будет себе спокойно там развиваться. Сейчас я конкретно нарушила корневую систему. Если все будет нормально, значит все будет нормально. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!